В Баку состоялось мероприятие, посвященное предстоящему 30-летию независимости Республики Узбекистан, а также азербайджано-узбекскому сотрудничеству. Круглый стол был организован совместно с посольством Узбекистана в Азербайджане и агентством «Спутник Азербайджан». Во время своего выступления чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов упомянул о развитии сотрудничества между двумя странами в различных сферах, высоком уровне отношений, достигнутых обеими республиками, а также успехах Узбекистана, которых страна добилась за годы своей независимости. Подробности в следующем сюжете. Взаимоотношения между двумя бывшими советскими республиками представляют собой яркий показатель тесного содействия по многим сферам. За время независимости обеих стран было подписано множество договоренностей по развитию двусторонних отношений в разных областях. Об этом в своей речи заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов. На сегодняшний день между нашими странами подписано более 130 двусторонних документов. Но самое главное, два основополагающих документа. Это договор о дружбе и сотрудничестве и декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Сегодня мы можем уверенно констатировать, что отношения между странами формировались как братские и дружественные. Узбекские и азербайджанские народы, относящиеся к тюркской языковой ветви, объединяют схожие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия. Оба народа имеют многовековую историю отношений. Об этом также напомнил глава узбекского посольства в Азербайджане. Хотя у нас много чего общего, и мы не можем сказать, что мы сейчас история у нас 25 лет, 70 лет, 80 лет, у нас многовековая история. Безусловно, установление тесных и доверительных отношений базируется на глубоких исторических корнях общности и близости национальной традиции, языка и культуры. Азербайджан является основным партнером Узбекистана в регионе Южного Кавказа, постепенно приобретая все более важное геополитическое и геоэкономическое значение. Оба государства придерживаются схожей позиции по многим вопросам, как регионального, так и международного характера. Нет сомнений, что дальнейшее развитие отношений Азербайджана и Узбекистана непременно принесет благополучие и процветание народам обоих государств. Фарид Адилов, Джавид Гадиров, CBC.